Всем привет! Я продолжаю играть в игру Merge Dragons – Соедини драконов. И сегодня снова я хочу дальше пройти уровни. Или один уровень, как получится. Впереди у меня золотой лук 7. Для него требуется 4 кубка, чтобы играть. Давайте попробуем. Посмотрим, что он из себя представляет. Так, я вижу вот острова. Острова и один... Нет, два таинственных облачка. Один закрыт вот такой вот травой. И одно облачко закрыто... Чем, что это такое? Что же это могло же быть? Похоже на ягодку, мне кажется. Сейчас посмотрим, что же. А может быть, это фрукты? Да, это похоже на виноградинку. Или нет? Или на более серьезный фрукт. Ну ладно, будем разбираться по ходу. Смотрим, что нам нужно для победы. Для победы создайте побег дерева жизни. Дальше для звезд создайте призменные цветы, создайте золотой пырей и создайте киноварное драконовое дерево. Ну что же, так, я вижу, здесь у нас есть яйца дракончика, спрятанные за деревьями. И вот такое вот, о, сердечко. Так, ну что ж, давайте посмотрим, сколько здесь яиц. Раз, два, три, раз, два, три. Наверное, надо вот так вот вытаскивать их. Можно было 5, конечно, вытащить. Но все равно 6 яиц даст тоже тех же самых 2 дракончика. Давайте смотреть дальше. У нас есть вот то, что можем повытаскиваем сразу. Еще бы нам такое сердечечко. Так, вот призменные... цветочечки. Так, так, так. Вот, да, цветов у нас нету, но зато у нас есть призменные цветы на сей раз. Вот, мне нужна была еще одна такая вот сферочка. Вот, и сюда мы дошли. И дальше давайте, наверное, будем открывать. Открывать, открывать. Вот тут у меня семена вот деревца фруктового. Где же у меня тут росточки? Посмотреть, если у меня еще росточки. Нет, у меня только еще одно семечко есть. Отлично. Ну, давайте первую сферку запущу вот здесь, чтобы открыть вот этот раз. Ой, 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 успела удержать. Мне 2 росточка. Нужно 5 надо соединить. Хорошо, успела удержать. Так, травушка. Сколько у нас здесь травушек? Ну, вот так, наверное, можно. Так, такая трава. Где же еще одну мне надо найти? Вот она. Так, так, так. Вот, есть вот 2 такие у меня. Ищем, где они тут есть на поле. Ага. Хорошо, сейчас будем вытаскивать вот так вот. Это призменные цветы. Так, а чтобы призменные цветы мне достать, мне нужно еще пырей достать. Так, 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 так. Где мои? Вот мое деревце еще фруктовое. Раз. Так, так, так. Где же оно тут дальше идет? А дальше вот там, наверное. Нет. А, вот где третий. Тут третий цветок нашла. Вот он, третий цветочек нашла. Есть. Дальше такую траву я видела вот здесь. И где-то вот тут вот. Готово. Вот он, пырейчик я создала. И вот такая травушка, дракониус называется. Давайте откроем. Откроем дальше облачко. И вот оно здесь. Вот у меня драконовые деревья. Росточки их. Мне нужно еще один росточек достать где-то. Так, вот тут у меня уже камушки делают. Дракончики нашли. Нашли сами и делают. Так, еще одна сферка. Вот камушек могу сюда подставить. Так, одно деревце я нашла. А где мне взять еще одно деревце? Так, сейчас посмотрим. Здесь камень, цветок фиолетовый.
Я могу наконец-таки открыть фиолетовый цветок. Па-па-па-па-па. А мне нужен еще один росточек драконового дерева. Давайте посмотрим. И какая-то тут ягода. Ну что ж, если я вот этот вот открою сейчас, одно деревце, где же у меня такое еще? Давайте посмотрим повнимательнее. А, вот оно, нашла. Стоит неподалеку, а я его и не вижу. Сейчас посмотрим. Ой, ягода туда улетела. Так, мне нужна вот эта ягода. Куда? Нет, не ешь мне эту ягоду. Где эта ягода уже? Вот она. Вот, этой ягодкой попробуем открыть. Нет, говорит, это не эта ягода. Ладно, давайте тогда другие деревья получать. Так, вот где мне нужно было запустить сферку. Я нашла. Вот, открыть вот эти клеточки. Вот. Ну и не малинка там тоже точно. Это 100%, что там не малинка и не бананчик. Мы видим, что там совсем не бананчик и даже не груша. И даже не груша. Груша вон там сверху одна еще. Вот она. И даже там не груша, а там, может быть, будет вот эта питая. Да, вот это похоже на питайку. Годится. И вот у нас тут призменные цветы, кстати. Призменные цветы. Сейчас мы еще поставим. Вот такой фиолетовый цветочек. Вот. А, вон там, где третий. Этот надо просто открыть. Сейчас я запущу. Вот так. Эта сферка здесь даже не нужна была. Вот эти здесь можно получать вот эти цветы тоже. Вот роскошные призменные цветы на этом уровне. Так, вот у меня одна есть, один росток, второй. Так, мне нужно вот, что у нас с ростками. Так, призменные цветы, я получу листики. Мне нужны листики, у меня так и нет драконового дерева. Вот, давайте попросим наших дракончиков. Я хочу драконовые вот эти деревья тоже достать. Так, мне нужен еще один росточек. Так, вот этот вот у меня есть. Цветок. Где мне еще? Вот он еще один. Годится. И теперь вот такой вот. Вот третий я создала. Росток дерева жизни. Вот у меня их три. В принципе, могу уровень заканчивать, но ну, я еще не дошла до туда, докуда я хотела. Так, мне нужно еще создать экиноварное драконовое дерево. Чтобы его создать, мне нужны листики. Листики драконового дерева. О, цветы у меня тут появились. Супер-пупер. Могу вот открыть вот этот цветок. И вот этот сундук пооткрывать их пока. Вот еще одно яйцо. Так, вот первый листик у меня создан. Мне нужно еще два листика, чтобы вот добыть. А вот этот что? А где мне взять такой росточек простой? Где мне? Где же мне его? Вот листик у меня, два листика. Хорошо, мне надо не всю землю надо открыть, потому что я не знаю, где мне взять росточек такой вот. В мертвой земле находится. Ну вот, третий листик мне сделали. Вот, я получила вот такое деревце. И сейчас я на третью звезду создаю киноварное деревце. Ну вот оно. Из него я тоже только листики смогу получить на самом-то деле. Вот такой росточек тут нигде не даст мне. Ну вот, разбираем звезды. Прийти нажатие на каждую дает вот для святилища. Мне еще такие вот сферки. Еще одного дракончика можно вызвать. Ну все, мы все сделали. То, что требовалось. Эти фрукты можно съесть. Превратить их в монетки. Вот, соберу все монеточки. Вот все фрукты можно скушать. Можно фрукты просто посоединять и получить монетки.
Короче, забираем все, что в этом. О, смотрите, сразу с деревьев у меня монеты наносит, но мне, в принципе, это не нужно. И теперь мы заканчиваем этот уровень, соединяем деревья. Вот они. Вот годится. Опять у нас такой красивый сад из цветов. Ну что ж, он решил засадить все острова, посмотрите. К сожалению, не дали фиолетовые звезды. Видите, у меня уже святилище подбирается, уже 7-й уровень. 7-й подбирается. Так, что мы тут можем получить? Вот семена драконового дерева. А остальное все, как вы видите, за самоцветы. У меня, смотрите, скоро уже соберется вот. Вот, все призы полетели, полетели. Мне уже чуть-чуть осталось до последнего. А у меня еще 17 самоцветов, как вы видите. Итак, мы прошли золотой лук 7 с вами. Следующий уровень у нас золотой лук 8. 3 кубка надо, чтобы его играть. У нас как раз 3 кубка вот доступны есть. Давайте попробуем и его заодно сыграть. Ой, смотрите, в виде сердечка. Острова в виде сердечка. Таинственных облаков я здесь не вижу, но вижу здесь дракончики у нас будут. У нас яйца здесь доступны. Смотрим задание. Для победы создайте росток дерева жизни 2 штуки. 2, да, то есть надо это не забыть. Создайте синий цветок жизни. Соберите сырье с покрытым мхом камень. И активируйте гигантская сфера жизни. Вон она у нас, гигантская сфера, я ее вижу. Ее надо будет активировать. Сколько у нас тут яиц? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, я могу по 3 их смело соединять. И дракончик скажет: а что будем делать? Что будем делать? Будем мертвую траву вот кушать. Будем мертвую траву кушать и получать первые росточки. Будем делать цветочки. Что ж нам тут еще остается? Сейчас я посмотрю, нет ли на что-то тут доступного. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, чтобы тут можно, тут сердечко такое красивое будет. Я так понимаю. Вот, потихонечку будем открывать, кушать эту травушку. И вот эти вот камушки. Вот, и создадим покрытые мхом камушки, которые нам нужно как раз. Что нам с ними нужно сделать? Пока собрать с них сырье. Ну, давайте вот соберем с них сырье. С этого камушка, как просили. Монетку пока оставлю, вдруг где-то пригодится. Вот, вот, собрала сырье. Первая звездочка. Привет. Ага. Так, дальше мне нужно. Дальше мне нужно то, что. Там цветок мне нужно сделать. Чтобы сделать цветок. Так, чтобы нам нужно сделать цветок, нам нужно дальше пробираться. Значит, мы здесь так не обращаем внимания. Делаем сферки и пробираемся дальше. Вот, вот этот камень. Есть, вот это соберем. Будем уборку делать за собой сразу. Видите? О, о, спасибо, хорошую сферку. Яйцо у меня появилось. Так. Ну вот, сейчас я съем еще вот эту травушку, и у меня появится еще один цветочек. Смогу его наконец-таки вот сделать. И соедить. Ой, вот эту травушку кушай. О, кости даже раскидал. Так, места тут не так много. Ну вот, вот я сделала. И еще одна звезда должна прилететь к нам. Вот она, опять простая звездочка. И смотрите, какая красота! Годится. Так, кстати, мне здесь кости нужны были бы, но он у нас их и так открыл. О, как красиво! Мне нравятся эти уровни, кстати, они такие зрелищные, я бы сказала. Вот здесь как раз нам нужны вот скалы, камушки. Камушек нужно сделать, чтобы дальше открывать. Вот там можно здесь заработать его. Одна звезда, вон вторая звезда. Теперь у нас места побольше. Так, сейчас наши дракошки. Вот камушек мне заработают. Есть.
Теперь мне нужен наш фиолетовый цветок, который нам помог открыть сердце. Так, травушка вот открылась. И дальше цветочек еще. Так, чтобы дальше нужно скалу. Цветок. Вот. И сколько у меня? Целых 2 таких цветка. А у меня их 5, я вижу. Да? Как раз мне нужно будет 2 получить ростка. А, нет, 6 у меня. Вон 6 тоже вижу. Так, а как нам пробраться сюда, чтобы эту сферу открыть? Давайте подумаем. 500 надо, да? Ух ты, 500. Сейчас я посмотрю. Может, а, вот травушки у нас как раз-таки открылись. Есть же травушки. И вот эту сферу надо было запустить. Запустила я ее, чтобы все цветы нам открылись. Вот. И смотрите, у меня тут сундуки, оказывается. О, могу их поднасоединять. Так, 3-я звезда мне должна была прийти. Сейчас я посмотрю. Ягоды зачем-то. Ягоды малинки. Так, ладно, вот все 3 звезды. Все 3 звезды. Получаем из них вот эти сущности, которые летают. С каждого сундука тоже. Вот так вот. Ну вот, все 3 звезды получили. Давайте теперь аккуратненько соединяем. Заканчиваем уровни. Вот мне могу 5 цветов соединить, а могу 6. Да? То есть тут, в принципе, беспроигрышная ситуация, я бы сказала. Вот еще один сундук открыла. Ну, можно все собрать. Уровень пройден. В принципе, несложный уровень, но очень красивый был. Смотрите, в виде сердца. Что тут можно получить? Это монетки драконьей Грааль, 2 сундука. Вот сундуки я возьму, кстати. Гряда дракона, кстати, здесь можно получить 2 уровня. В сундуке, когда мы открываем, там сущности разные. Вот эти вот для святилища летают сферки такие. Ну вот. Следующий у нас будет уровень золотой лук 9. 2 кубка нужно подыграть. Оставим на следующий раз. Так что сегодня прошли 2 уровня. Золотой лук 7 и 8. Надеюсь, у вас тоже с ними трудностей не возникнет. А пока всем пока-пока, до следующих встреч!